Сегодня молодая КВНовская команда «Палата номер 6» отметила свой первый юбилей. Поздравить именинников с годовщиной творческой деятельности пришли друзья и поклонники их таланта. За свою недолгую КВНовскую жизнь ребята стали звездами среди своих сверстников. Победители районных и участники областных конкурсов, школьные активисты, многие уже даже сменив ученическую жизнь на студенческую, остались верны своей 6-й палате. И сегодня на сцене первый состав основателей и второй последователи шутят вместе. Для них КВН – это не просто игра, это образ жизни.